Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас я вам рассказывала и показывала сорт буян. И здесь же рядом растет сорт метелица томата. Сейчас скажу о нем несколько слов, потому что это очень хороший сорт для регионов с коротким, с холодным летом. Потому что метелица, она, вы, как бы сказать-то, устойчива. Она обладает повышенной устойчивостью к пониженным температурам. Плодоносит при подмерзании куста. То есть весной, если вы высадите, если куст чуть-чуть подмерзнет, он потом отрастает, обрастает, снова начинает плодоносить, не погибает. И плоды у них... Сейчас покажу. Плоды у них уже вот такие более крупные, чем у всех. Это полюс, таймыр. Они тоже круглые, вот такой классический красный цвет. Очень сильно тоже нагружены урожаем. Видите, поскольку они... Вот он маленький, вот этот кустик, он буквально весь согнулся под тяжестью вот этих кистей. Хотя это, считаются они низкорослые. Это среднеранний и очень урожайный сорт. Растение низкорослое, компактное. Вот они, видите, все в кистях. Что удобно для размещения на участке. Плоды красные, ну, обыкновенные, вот я как сказала, округлой формы. И они универсальны в использовании. Их можно есть на салаты, они вполне пригодны. Можно использовать как салатный сорт. Можно для переработок. И что самое важное, растение не требует формирования, что очень удобно в выращивании. Его можно просто посадил и забыл. Я ничего не делала, просто привязала вот колышком их. И потом, когда я показала вам, один раз пришла, уже в конце лета, обрезала все листья, оголила, чтобы немножко ускорить созревание. Все, вот они у них. Но у нас был ветер. Опять, видите, все сломалось у меня тут. Поломались все кусты, попадали все спелые помидоры. И вот я сейчас буду оббирать, потому что у нас нехорошая такая погода. То дождь, то ветер. Вырвала из-за тяжести вот этих вот. Вырвала все, колья вот эти поломала. Вот это сорт метелица. Один из тех сортов холодостойких, которые нужно выбирать тем, у кого не очень теплый климат, у кого регион, вот как у нас сибирский регион, очень удачные вот эти сорта, метелица, полюс, таймыр, дадут вам урожай в любую погоду. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это кратенький такой обзор сорта холодостойкого метелица.